Телеканал «Панорама ТВ», входящий в медиахолдинг «Тверской проспект», сообщает, что в Тверском детском музейном центре открылась выставка под названием «Кукольная азбука». Вниманию посетителей представлены 30 композиций 18 авторов на тему русского алфавита и старинные буквари из фондовой коллекции Тверского краеведческого музея. Они рассказывают о том, как выглядела старинная азбука, всегда ли ее составляли для детей, кто из знаменитых писателей стал автором букварей. Также гости могут познакомиться с технологией изготовления кукол. Участники народной студии авторской куклы «Вдохновение» у Томельского дома ремесел по-своему выразили свое уважение и любовь к русскому алфавиту. Кукольная азбука – это одновременно и авторские куклы, и буквы. Мы все знаем, что буквы нужно учить, можно их иллюстрировать красивыми картинками, но это первый, насколько мне известно, проект, где кукол соединили с буквами. И получили не просто кукольные композиции, а такие загадки, которые можно не торопясь разгадывать. Например, буква «Ч» иллюстрирована прекрасно черепахой, чемоданом, чеширским котом с его улыбкой, чесноком и чернильницей.